Золото скифов останется в Оренбурге. Главное спортивное событие осени. Международный турнир по ММА обернулся для бойцов областного центра истинным триумфом. Все пять наших парней вошли в октагон, чтобы победить, и все пять победили. Начинающий спортсмен Владимир Пальченков одолел соперника из Молдовы Константина Русу. Одолел, но собой остался недоволен. Недоволен тем, что не все установки, которые были на бой, не все получилось. Нашему Тимуру Нагибину потребовались 3 раунда, чтобы заполучить заветное золото скифов. Досрочные же победы начались в основных поединках. Наш Дамир Исмагулов выключил горячего испанца Хавьера Фуэнтеса в первом же раунде. Эту победу я посвящаю тренеру Фунтикову Игорю. У него родился сын. Михаил Рогозин побил рекорд Исмагулова. Колоритного камерунца Дональда Нжатахния он вывел из состязания меньше, чем через 2 минуты. Оставался крайний поединок. Публика замерла. Все ждали непобедимого Алексея Кунченко. Я выигрываю. У меня получается какая-то большая ответственность. С каждым боем я, наоборот, еще больше переживаю за бой, выхожу, потому что она победа идет, поражение нет. Я не знаю, что такое поражение. Не узнал и на этот раз. Слегка пощекотав нервы бесконечных поклонниц и поклонников, Алексей перетянул на себя одеяло и отправил в нокаут бразильца Карлоса Алешандро Перейра за 5 секунд до окончания первого раунда. Так что самое главное спортивное событие осени произошло. Самые смелые ожидания самых отпетых оптимистов.